Наш первый красный по заходу васильничек. Классный такой, молоденький. Наверное, он чистый, я думаю. Я нашла тоже. Ой, какой вот красивый и очень длинный. Длинноногий сидит там. Ого, и там еще, по-моему, осталось. Длинноножковый какой. Какой бы был чистый. Кто ищет, тот всегда найдет. Всем доброе утро. Мы сегодня вышли на разведку по белым грибам. Сегодня у нас на дворе июнь и жара. Жара парит перед дождем. Периодически то дождь, то жара. Самое то для грибов. И если вы смотрите это видео, значит, я решила его все-таки снять. А снять я его решила, потому что время 7 утра, а я уже вот с таким вот уловом белых грибов. Белые обабки, то есть наши подберезовички. Ну и еще пакетики. Вот они, красавцы. Сегодня даже один зонтик уже мне попался. Белые, конечно, оставляют желать лучшего, белые и бронзовые. Остальные где-то лучше, где-то хуже, но в основном уже гриб начинает портиться. Но есть их, конечно, хорошие экземпляры, вот такого вот плана, молоденькие, хорошие. Но очень мало. Гриб сегодня прям трудовой, потому что очень много порченного. Он просто портится, я не знаю, за какое мгновение. Может, вчера вылез, сегодня уже никакой, червивый. Очень большой отход. Но, тем не менее, это только начало поиска. Это сегодня наша вот первая остановка, где мы тормознулись, чтобы проверить дубраву. Дальше у нас сегодня на очереди еще осинник. Возможно, сосновый лесок. Проверим сегодня все. Сегодня выехали мы с этой целью. Итак, время 7 часов 8 час. Уже жарко достаточно, рассвело давно, в 4 утра, и вот с 4 утра мы сегодня уже здесь. Нормально, то есть каждый уже взял по корзинке, мы сегодня втроем гуляем, по корзинке и даже больше. Так что поехали дальше смотреть. А давайте сначала, наверное, посмотрим, как все это было с самого начала. Сегодня у нас грибы, уже немножко мы на них припоздали сегодня, огроменные. И вот они. В общем, вот такой вот сегодня ассортимент огромных червивых белых грибов. Еще один. Не знаю, не, ножка мягкая. Надо резать, смотреть, внутри слизень сидит. Ну, ножка так продавливается, мягковатая. Ну, может, хоть ближе ляпить все. Может. Может, там вчера она сидит. Мягковатая. Один, два. Идем дальше, дорожка какая. Три, белый бронзовый. Четыре, пять. У Наташи еще два. А тут у меня шесть, семь. 8 и 9. Вот такая вот полянка классная. Ну, наверное, все по кругу. Слушай, ну прям этот круг еще есть. Вот еще, это 10 у меня. Но он совсем уже старый. Мой первый чистый экземплярчик. Нет, не чистый. Плохой. Вы знаете, вот грибочки до шляпки червивые. Можно обрезать вот по вот эту часть. И забирать. Вот такой вот размерчик. Ну, тоже, видимо, староват. Видите, какой белый бронзовый? Они уже немножко прям нехорошие. Ну, жалко, такой размер хороший. Вот такой вот. Ну, это самый такой хороший, наверное, самый тверденький за сегодня. Более-менее чистый. Вот смотрите, какие же они огромные, эти белые грибы. У меня уже почти полная корзинка. Прям классные. Хорошие. А здесь у нас обабочки. И прям такой вот видный кружок. Прям очень много их. Вот они, чистюлечки.
Ага, частюлечки, да частюлечки. Они червивые большинство. Ну, ножки червивые. Ну, большинство червивых. Вот под шляпку если обрезать, тогда нормально. Подпекся. Ну, тверденький. Чистый. Прям чистенький, хорошенький. Кладем в корзинку его. Угу. Нет, это плохой червивый. Так, один второй тоже. Блин, но не совсем. Это плохой. Этот как? Прям пирожок. Тоже плохие. Ну, слушайте, у меня все плохие практически. Вот этот тут еще более-менее чистенький. Их тут реально немерено. Они прям по кругу идут, идут, идут. Прям бери не хочу эти хабабки. Корзинка забивается, кстати. Да, если только под самую шляпку обрезать. Но они потемнеют по дороге. Их будет неудобно потом перевозить в плане того, что эти грибы очень быстро портятся. Из 10 штук только 2 более-менее, то, наверное, на выброс. Смотрите, какой экземпляр. Первый в этом году Цезарь. Яичный гриб. Он немножко подпортился. Но очень жаль, конечно. Еще один белый красавец. Более-менее. Более-менее твердый. И такой вот. Белый бронзовый. Один. Вот второй, какой жирный под этим, под деревцем. 3, 4, 5, 6 и 7, 8. Старенькие. Прям молоденькие, хорошенькие бабки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь 7-й. Садимся, режем. А режем мы уже в пакет, потому что корзинка уже полная. Уже в пакетике у нас все. Смотрите, какую поляну я обнаружила. Снимаю с рук, будет трястись. Вот это класс. Смотрите, 1, 2. Потом 3, 4, 5 малышок. Здесь 6, 7, 8. Здесь 9, 10. И здесь 11. Возможно, что-то я еще не вижу. Вот в таких вот дебрях, зарослях. Сегодня мы просто косим абабки. Большинство грибов я просто уже не снимаю. Это уже третий заход. То есть большинство грибов в машине. Уже потом покажу по итогу. Так, что здесь? Здесь, по-моему, еще один. Да, здесь вот один еще абабок. А здесь млечник. Мне кажется, это точно не конец. Класс. Да, срезать точно под шляпку, потому что все червивые. Ножки точно 100% червивые, шляпки еще более-менее нормальные. Так. Прям маленький, скорее всего, будет чистый. Да, его не успели тронуть червячки. Здесь точеный, прям хорошо точеный. Надо смотреть шляпку. Чуть-чуть можно будет вырезать у маленького. Маленькие, скорее всего, по большей части все чистые. Нет, тоже под шляпку. Так, кладу в пакет, потому что все емкости у нас с грибами уже заняты. Наши бомж-пакеты выручают нас. Тогда, когда уже все корзинки заняты. Девчонки мои пошли вперед. Так, этот на выброс.
потому что он никакой. Посмотрим на частоту этих. То же самое. 50% гриба идет в утиль, потому что да, практически серединка, сердцевинка у всех нехорошая. То есть либо этот гриб оставлять в лесу, либо просто обрезать и забирать чистую мякоть. Что мы, в принципе, сегодня и делаем. То, что обрезать можно, но только 50% грибов. Особенно вот эти вот обабки подберезовички, они все. Их очень любит червь. И в основном всегда все битые. Хоть и красивые, конечно, стоят на солнышке, пирожочки пригреваются, но, как вы можете это видеть, это страшно. То есть 100% вот она, серединка страшная. То есть вот куда он с ножки полез, до серединки доел, ходы вот эти вот, их видно. Шляпка без червей, губка. То есть вот так вот. Это все, что остается от гриба. Ну и как же сегодня без сыроежек? Сыроежек сегодня полный лес. Каких хочешь по цвету. Мы сегодня тоже много набрали сыроежек. Красота. В лесу полно нехороших товарищей. Вот они все прячутся. Нехорошие эти люди. И вот, кстати, вот такие вот тоже грибочки встречаются. Подгрустки. Чернеющие. Ох, какой там плесневелый. Видите, какой старый, страшный. Здесь белый вот кто-то ковырял. Ну, не мудрено. Может, даже я шла. Вон они все. Ну, нет, я не шла. Я бы вот такие экземпляры бы рассаживала. Потому что... Фух. Так кто-то, наверное, девчонки мои тут шли. Видите, плохой, какой нехороший. Сейчас мы их будем на веточке. Пусть размножаются. Вот так. Боже, я, кажись, под конец захода нашла маленький белый гриб. Давайте его посмотрим. Боже, как же он внушает надежду на то, что он не червивый. Сейчас мы его обрежем и поглядим. А, почти не червивый. Смотрите, сколько мало точечек. А, все, чистюля. Почти чистюля. Это не считается маленькие вкрапления. Почти чистый. И он тут не один, кстати. Опять-таки полянка. Вот здесь экземпляр постарше, прям рядышком его сосед. Но он уже, конечно, будет помягче. Белый бронзовый, да, он прям уже отрывается там от ножки. Ну да, он прям, наверное, уже труха внутри. Давайте его разрежем, проверим. Угу, весь точеный. Очень жаль, печалька. Это наш общий улов. Я считаю, что на сегодня план просто перевыполнен. Мы сегодня молодцы. Втроем за недолгое время вот такой вот у нас хороший результат. Сегодня очень большой ассортимент. Сегодня белые обабки. Бабок чернеющий обычный. Лисичка даже попалась. Маховики, дубовики, сыроежки. Да все что угодно. В общем, очень классно. Все, всем пока. Мы счастливые. Едем это все перерабатывать.